Кот и лиса. Выгнали люди кота из дома, обратно не пускают. Пошел кот в лес, ходит и мяукает. Повстречалась ему лиса, но близко подойти к нему так и не решилась. Кота лиса никогда прежде не видела, и он показался ей тигром. Она лишь вильнула хвостом и издали заискивающе пригласила его к себе в гости. Пошел кот к лисе, поселился в ее жилище. Теперь его уже не выгонишь. Лиса запросила помощи у шакала, повела его в свою нору, но по дороге вдруг испугалась, повернула обратно и наскочила на шакала. Тот решил, что на него набросился кот. Начал он дубасить лису, но и та в долгу не осталась. Пока разбирались, что к чему, все в синяках оказались. На другой день лиса собрала на совет волка, кабана и медведя. Единогласно решили пойти к коту в услужение. Для начала приготовили торжественный обед в честь нового владыки, но к еде подойти так никто и не посмел. Кабан забился в листьях, которыми был усыпан овраг, медведь влез на дерево, а волк спрятался в кустах. А кот? Увидел он стол, заставленный снедью, и начал самодовольно поводить лапой по усам. Но тут внимание его привлек какой-то тонкий хвостик, показавшийся из листьев в овраге. Кот рванулся во враг, полагая, что там водятся мыши. Кабан тут же вскочил на ноги и с визгом бросился прочь, а кот, ошарашенный и перепуганный, бросился на дерево. Медведю показалось, что чудовище вот-вот вцепится в него, и он свалился с дерева на землю. Только через 3 часа звери пришли в себя и послали лису узнать, велика ли опасность. Лиса вернулась со словами: «Кот гладит усы и по-прежнему настроен очень грозно».